Всем привет, ребята, сегодня у нас обучалка по кубику Рубику. Давно ее не было, ребят, просто что-то забыл я, что на моем канале есть такая рубрика. Вот, ну и сегодня мы с вами научимся, значит, собирать два слоя. Смотрите, что такое два слоя. Это, то есть, вот видите, два ряда все собраны. Закончили мы с вами на первом слое только. А вот тут два слоя собраны. Видите, то есть у нас было... Сейчас, ребята, одну секунду. Сейчас я сделаю. То есть кто подзабыл, что такое первый слой. Вот. То есть вот он первый слой, и у нас там было что такое, то есть второй слой. Значит, и как же нам собрать два слоя? То есть, смотрите, нам нужны все детальки, кроме деталек, у которых есть белый цвет. То есть, вот, например, вот такая вот деталька нам не нужна. Нам нужны только детальки, на которых вот на крыше, вот, на верхнем вот этом слое, есть детальки, где нет белого цвета. Ну, то есть, например, смотрите, оранжево-желтое, красно-зеленое. Вот, то есть, советую вам сейчас собрать желтый крест, собрать правильный крест, собрать первый слой, чтобы было вам понятней. Вот, то есть, на желтом цвете я сейчас объясняю. Вот, то есть, что мы делаем, ребят, смотрите. Мы вот так вот ставим три детальки. Видите, чтобы они вот так по три стояли. Ну, то есть, смотрите. Нам нужно вот к красному центру пододвинуть его же цвет сверху. То есть, смотрите, вот мы крутим крышу. Синий подходит, зеленый. И вот красный стал, видите? Вот. То есть ромашка направо, есть ромашка налево. Смотрите, что такое ромашка налево? Вот мы поставили тут три вот таких детальки, это называется ромашка. Смотрим. Верхний цвет у него зеленый. Значит, мы смотрим, с какой стороны будет зеленый. С правой стороны или с левой? В данной ситуации зеленый цвет с левой стороны. Значит, мы поворачиваем кубик налево. То есть, смотрите, делаем вот такой вот перехват. И что мы делаем? Мы крутим вот эту вот грань. И вот эту вот сначала против часовой стрелки. Сколько? 5 раз, по-моему. А потом по часовой стрелке. Ну, то есть, смотрите. Значит, выключаем свет. Крыша встала на свое место. Выключаем свет. Крыша встала на свое место. Выключаем свет, получается, да? Дальше. И теперь обратно все возвращаем. Крутим крышу. Включаем свет. Крутим крышу. Включаем свет. И смотрите. И у нас эта деталька встала. И первые два у нас готовы. Дальше. Дальше мы давайте синий соберем. Крутим крышу. Стоит синий. Ну, а наверху у нас стоит белый. Белого цвета у нас, центр точнее, у нас здесь нету. Крутим еще раз, и вот он стал у нас синий, наверху красный. Опять красный цвет слева, значит, делаем вот такой перехват, делаем вот такие движения. Если у вас сейчас попадаются другие ситуации, я их все объясню. Если у вас, например, цвет будет справа. Сейчас мы дойдем до этой ситуации, значит, так, 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 так. И теперь пошли обратно. Так, 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 так. Дальше. Дальше давайте к оранжевому. Крутим красный, крутим оранжевый. Смотрим, этот цвет находится слева. Значит, опять делаем перехват и делаем те же самые движения. Если вам непонятно, перемотайте видео назад и посмотрите. Дальше смотрим. Зеленый цвет ставим. И тут у нас опять ромашка налево. Делаем ее. Теперь я, ребят, объясню. Давайте ромашку направо. Так, сейчас как-нибудь сконструирую. А, вот, смотрите, да. Ставим к зеленому. Видим, красный цвет у нас сверху. И, значит, красный цвет у нас находится справа.
Значит, нам нужно делать ромашку направо. Некоторые делали ошибку, как я. Ставили кубик, то есть вот так вот. Если у нас была ромашка налево, мы поворачивали налево. А если направо, значит, мы поворачиваем вот так. Нет, это неправильно. Мы тоже поворачиваем налево и смотрите, что делаем. Так. Так вот. Вот, сделали первые 5 и обратно все возвращаем. Вот, собрали. И есть еще одна ситуация. Сейчас я попытаюсь сделать. То есть, когда у нас все придется механическим способом делать. Вы так никогда не делаете своим кубиком, потому что это я сейчас просто не могу сконструировать ситуацию и приходится... Вот таким вот способом делать. Так вот вставляем. И вот. Деталька. Так, сейчас, ребят. Так, и вот, скажем, вот так вот. Да, вот, смотрите. То есть мы вот видим, что у нас одно ребро только не встало. Значит, смотрим. А наверху у нас уже не осталось никаких деталей, где не было бы белого цвета. Значит, и смотрим. И вот эта вот деталька, вот она где находится. Значит, что здесь нужно сделать в этой ситуации? Здесь нужно сделать либо ромашку налево, либо ромашку направо. Без всяких перехватов просто делаем. И она у нас волшебным образом оказывается наверху. И теперь смотрим. Синий. Справа, значит, делаем ромашку направо. Всё. Вот, неправильно вставил, ребят, детальку, и теперь неправильно маленько стоит. Вот. Значит, все, у нас второй слой собран. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам что-то не понравилось, пишите в комментариях. Если что-то непонятно, то пишите, я это подробно расскажу еще раз. Всем спасибо, всем пока.